Соратники, вот мы в отеле «Роза Ветров», «Руза Ветрова». Это отель стоит на допотопном форте, на остатке. Он был очень разрушенный. Вот такие башенки тут везде буквально. Вон там по периметру еще две. Их под какие-то, не знаю, наблюдательные пункты переделали. Но самое интересное тут вот это вот. Вот такие вот камни с остатками сверху чего-то в один слой. Я уже делал такие ролики, я из Боснии показывал, из Албании. Вот, вот тут сам камень черный, а вот некий материал, сантиметр, два, три, по-разному, толщиной. Не из материала камня. О чем это говорит? И он причем на, даже сбоку. И несмотря на водную эрозию, вот тут вот бушует море рядом, он не смыт. Он не смыт, есть следы эрозии, но он держится. То есть это было пластичным, это было вот этот материал. Он очень однородный, он очень похож на глину, он до атомарного уровня был когда-то как пластилин перетерт, пластилиноподобный. Предположительно белого пепельного цвета. О чем это говорит? И он был относительно недавно. Потому что он а сверху и б не до конца смыт. И он по всему тут побережью, на Балканах. Потому что я когда показывал такое прям несколько метров, слой 2 метра, полтора, два, вот так вот примерно. Тролли писали, что это все, мол, такая геология. Вот он, остатки, классные остатки форта. Я там покажу еще такую башенку, которая как в «Крепостях звездах», там типа на углу, как типа туалет. Так вот, это все множество, множественное, еще одно в копилочку цельнозора, для формирования цельнозора, наблюдение о том, что примерно 200 лет назад, сравнительно недавно, вот такой материал, гибкий, выпал сверху, по всему миру в огромных количествах. Здесь он смыт, поэтому наглядно видно всего лишь там 1-2 сантиметра. Ну а вообще этого материала было много на всех уровнях, в горах, даже возле моря, чего в принципе не может быть, потому что здесь всегда влажно, дожди смывают и так далее. Но вот он отвердел, когда его еще не успело смыть. И это прекрасно говорит в пользу теории о вторжении-потопе 200 лет назад. Добра.